началу нашего сегодняшнего матча. Георгий Черданцев и Константин Генич наблюдают с вами за развитием событий. Всем привет! Сегодня Майнц встречается с... Себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Такой состав будет с первых минут на поле. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Первый удар по мячу и игра. Себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Такой состав будет с первых минут на поле. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Первый удар по мячу и игра началась. Себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Такой состав будет с первых минут на поле. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Первый удар по мячу, и игра началась. Атака продолжится через фланг. Вне игры, оказывается, команда. Атака продолжится через фланг. Вне игры, оказывается, команда. Себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Такой состав будет с первых минут на поле. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Первый удар по мячу, и игра началась. Себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Такой состав будет с первых минут на поле. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Первый удар по мячу, и игра началась. Себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Такой состав будет с первых минут на поле. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать.
Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Первый удар по мячу, и игра началась. Себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Такой состав будет с первых минут на поле. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Первый удар по мячу, и игра началась. Себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Такой состав будет с первых минут на поле. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Первый удар по мячу, и игра началась. Атака продолжится через фланг. Вне игры, оказывается, команда. Вне игры, оказывается, команда. Себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Такой состав будет с первых минут на поле. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Первый удар по мячу, и игра началась. Себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Такой состав будет с первых минут на поле. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Первый удар по мячу, и игра началась. Себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Такой состав будет с первых минут на поле. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2.
Первый удар по мячу, и игра началась. Себе сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Такой состав будет спешным.